Муфтия Дагестана призвал отмечать наступающий праздник Ураза-Байрам дома. В обращении говорится, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей республике все еще остается сложной, поэтому духовенство настоятельно рекомендует дагестанцам продолжить соблюдать режим самоизоляции. Несомненно, всем нам хочется провести это торжество, поздравляя и навещая друг друга, как мы привыкли делать в этот благословенный день. К сожалению, при угрозе заражения опасным вирусом это невозможно. Ведь эта болезнь уже унесла множество жизней наших братьев и сестер. Муфтият республики категорически настаивает и призывает население региона в праздничный день Ураза-Байрам соблюдать режим самоизоляции, не устраивать пышные торжества с приглашением гостей, не посещать кладбища, в том числе выезжая для этого в села, а также совершить праздничную молитву Ид-Намаз дома. Также убедительная просьба ко всем жителям Дагестана уберечь наших детей от возможного заражения и не отправлять их собирать подарки и сласти. Просим с пониманием отнестись к этому призыву.